Прокуратура начала проверку по факту взрыва в доме в Верхней Пышме. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа. Произошел так. Пух! И на нас упала стена. Вот ребенка по счастливой случайности не было дома. То место, где у нее должна была быть голова, проломлена кровать насквозь до пола. Взрыв газа произошел в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе двое детей. Из-за взрыва в здании обрушились межквартирные перегородки. В результате ЧП пострадал один человек, это хозяин квартиры, где произошел взрыв. С ожогами 40% тела мужчину доставили в больницу. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, как давно проверялось газовое оборудование в данном доме и, кроме того, в данной квартире непосредственно. И также мы взяли на контроль проведение обследования дома на предмет устойчивости его конструкции.